Добрый день! На данный момент основная часть посевов озимой пшеницы на юге России находится в фазах от выхода в трубку до флагового листа. В нашем регионе период выхода в трубку длится в среднем 16-18 дней, так как для его прохождения озимой пшеницы требуется 380-450 градусов Цельсия. Боковые побеги по своему развитию отстают от главного на 2-3 дня. В эту фазу у растений происходит закладка количества цветков в колосе и накапливается 50-60% сухого вещества. К концу данной фазы первичные корни могут достигать длины 1,5-2 метра, а вторичные 70-100 сантиметров. Высота растений зависит от сортовых особенностей и условий выращивания и может колебаться от 50 до 150 сантиметров. Оптимальными условиями в этот период являются температуры на уровне 15-20 градусов Цельсия и содержание влаги не менее 120-130 миллиметров в метровом слое почвы. В этот период наша основная задача – это стремиться максимально сохранить необходимое нам количество колосонесущих стеблей, а также минимизировать стрессы, способные привести к снижению озерненности колоса. Так, например, применение жестких гербицидов в эту фазу способно привести к снижению урожая на 10-20%. Основными абиотическими факторами, способными снизить будущий урожай, являются дефицит влаги, снижающий урожайность до 30-40% из-за снижения озерненности колоса, а также температуры. Возвратные заморозки до -4-5 градусов Цельсия способны привести к снижению урожая до 20-30%, а слишком высокие температуры 35 градусов Цельсия и выше – до 10-15. К моменту появления последнего флагового листа площадь листовой поверхности на озимом поле составляет 40-60 тысяч квадратных метров на гектар. Флаглист в дальнейшем более интенсивно снабжает ассимилянтами зерновку, а из второго листа они попадают в колосковые и цветковые чешуи. Поэтому нам так важно сохранить его здоровым. Помимо дефицита азота и влаги, к серьезному снижению урожайности в этот период могут привести листовые пятнистости. Септориоз и пиренофороз при развитии выше 20% снижают урожай до 20%. И ржавчины. Бурая при 10% развитии способна снизить урожайность на 20%, а желтая при 5% до 40%. И если мы ничего не можем поделать с погодными условиями, то сохранить листовой аппарат мы всегда можем, применяя эффективные фунгициды с длительным периодом защитного действия для того, чтобы сохранить здоровый фотосинтезирующий аппарат до периода налива зерновки. В следующем видеоролике мы с вами поговорим о фазах колошения цветения. Пусть на ваших полях листовой аппарат пшеницы всегда будет здоров, а осадки выпадают вовремя и в срок. До скорых встреч!